Потому что, как, насколько я понял, мне сказали, встречу отменили, потому что кто-то написал какую-то жалобу. Ладно, он не пришел и не захотел отвечать на такие вопросы. Значит, я приехал поддержать моего товарища, значит, Сергея, потому что сегодня очень важно подчинить все ресурсы общей победы. У нас есть, как здесь было правильно озвучено, свои собственные интернет-ресурсы. Мы сделаем все, снимем ролики, значит, личным мнением, авторитетом максимально постараемся, значит, создать для власти условия, да, когда они просто побоятся переписать протокол, в конечном итоге сфальсифицировать, отобрать победу, в том числе у Сергея. И сегодня, значит, очень важно для нас, для всех понимать, что это наше общее дело, да, что это не Сергей проиграет на выборах, это мы все проиграем на выборах, да, потому что мы и дальше все последующие, будущие 5 лет будем жить в бесправном, значит, убогом государстве, да, где нас за людей воспринимать не будут, где такие жулики, как Метельский, да, будут набивать нашими деньгами свои карманы. И очень важно, да, что сегодня ведет Сергей такую активность, и, конечно, она должна быть всем поддержана, в том числе мной, поэтому из Саратова специально приехал, держать. Да, и они пока не решаются со мной ничего сделать, но насколько нам идут, значит, сигналы, очень есть большое желание. Поэтому ждут, пока все утихомирится, все надоест, и тогда разберутся. Я думаю, что сейчас в этом помещении по жеребьевке будет проводится встреча избирателей, точнее, кандидата с избирателем, согласно жеребьевке. Это время северное, вот у нас Измайлово, Щелковское шоссе, 48, корпус 2, ГБУ жилищник, время за Метельским. Это время Метельского, то есть это не значит, что избиратели не имеют права сейчас попасть в это помещение на встречу с кандидатом. Это официально. Жалоба действительно была только на то, что Андрей Николаевич односторонне установил регламент наших дебатов и предписал всем говорить только по одной теме. И если ты уходишь в сторону, он тебя удаляет с дебатов. Уполномочен ли заместитель председателя Мосгордумы Метельский в одностороннем порядке навязывать правила ведения политических дебатов всем конкурентам и своим избирателям? Если бы вы смотрели глаза в глаза Андрею Николаевичу, какой бы вы ему вопрос задали? Значит, у меня был, да, я на эту тему думал. Конечно, понятно, что он бы пытался уйти от любого нормального вопроса, но тем не менее в попытке установить этот убогий, абсолютно бесчестный регламент, который они предложили, чем они мотивируют свое решение? Да, вы боитесь обсуждать другие темы, вы пытаетесь уйти от диалога по вашим, значит, коррупционным скандалам, да, по вашей недвижимости, имуществу, которое не трудовым путем заработано и так далее. У меня вчера, значит, была возможность попасть на заседание городской избирательной комиссии, где, значит, мои товарищи по партии КПРФ вносили на заседание комиссии вопрос о отставке председателя Мосгоризбиркома Горбунова. Да, значит, большинство членов комиссии городской отклонили, сняли этот вопрос с рассмотрения, потому что, значит, посчитали его несвоевременным, абсолютной глупостью. Но вот я, выходя оттуда, я говорю, я же не знаю, как его зовут там, господин Горбунов, я говорю, я приехал лично из Саратова, лично к вам, я говорю, хотел воспользоваться ситуацией, он думал, сейчас валить его будут. Я говорю, вы форменный жулик и негодяй, я очень надеюсь, что вы доживете до суда. Я говорю, который обязательно состоится ваш адрес. Ну и, естественно, такие глаза, он попытался убежать, мы побежали за ним, все засняли на камеру в ближайшее время, выложим в интернет, вот, показать, что, ну, вся эта система прогнила, вся, не только Метельский, не только Горбунов, это и высшие эшелоны, значит, чиновников, все правительство Медведева, президент Путин, который каждого, блин, назначает и за каждого должность и ответственность. И все это прогнило, значит, в коррупции погрязло. И сегодня очень нужны такие самоотверженные, честные ребята, как Сергей, как другие наши кандидаты в Мосгордуму. И, конечно, мы дадим им бой. Дадим им больше. Спасибо большое, Николай, что приехали и поддержали. Да, спасибо за активность. 20 лет его работы депутатом от этого избирательного округа хорошо показали и его все достижения, и метро в Гальяново, которого нет, и бесплатную доступную медицину и обеспечение лекарствами всех инвалидов, за которыми они бегают по 8 месяцев. Ну, в общем-то, результат, как говорят, на лице или на лицо. Добрый день, друзья! Сегодня 28 августа. За моей спиной в зарослях скрыт дом номер 48, корпус 2, по улице Щелковская.
Здесь должны состояться дебаты между Савостьяновым Сергеем, представителем КПРФ, оппозиционным, и Метельским, главным единороссом Москвы. Пока я сюда ехал, я связался с Сергеем, и оказалось, что дебаты уже отменены. Метельский заявил, что они не состоятся, потому что злой Савостьянов написал в Центр избирком жалобу, и другие кандидаты, такие как Острецов и Вострецов, а нет, Востоков, Острецов и Востоков, они испугались этой жалобы и решили, что теперь их могут снять с выборов, непонятно почему, но дебаты не состоятся из-за злого Савостьянова. Гениальная логика. Вообще, логика у Метельского – это что-то особенное. Если помните, его уже обвиняли в том, что он купил дачу в Австрии. Он передал огромный бизнес типа матери, на самом деле продолжил его возглавлять. Если вы слушали его объяснение, то его ответ был такой на все обвинения. «Ну, у меня же было много денег. Ну куда же я их мог деть-то? Мне буквально пришлось передать их матери». Сейчас ФБК Навального выпустили новое видео, в котором рассказали, что Метельский, у него оказывается еще огромный бизнес в Москве, очень приличный, целый салон мотоциклов. И он в суде показывает: «Ребята, ну я был вынужден взять его в управление, иначе он бы закрылся». Логика Метельского – это типа такая эмоция, он не знает, как надо было сделать, и поэтому делает то, что делает, нарушает закон и продолжает оставаться главным единороссом Москвы, представляет Единую Россию в Мосгордуме, руководит этой фракцией. Сейчас мы пройдем на место дебатов. Мне интересно, меня вообще туда пустят или нет? Пустят сразу или пустят потом? Потому что официально еще ничего не отменили. Пойдем посмотрим. Туда пока не пускают, да? Закрыто, да там кто-то идет. Закрыто. Подождем. Пробы спросим. Кто? До начала дебатов еще далеко, поэтому я вышел на улицу. Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, подошел Сергей Савостьянов, подошла его команда, подошли другие журналисты и блогеры, подошел Николай Бондаренко, наш специальный гость, известный блогер. Если долго, у нас в 6 или в 7 к другому кандидату мы поедем. Вот, будем, соответственно, на Кубах, там вот девушка из Екатерины, они нападают на них постоянно всякие жулики. Вот, хотели тоже это дело постараться засечь. Но даже не слышал. Ну вот. Естественно, кандидатов много, информационного поля. Но у нас очень слабо, конечно, работает левое. Ну ничего, мы растем. Ну ты молодец, ты сейчас ледоколом идешь. Слушай, ну это тоже не аудиостатьям говорить, вы тоже прибавили это очень. Ну я каждый день по три шоу. Я вижу, я смотрю. Пока был отпуск, все, вот вышел на работу. Ну да. Ну сейчас и поле благоприятное, откровенно. Недовольство людей, социальные протесты, повестка, обнищание – это все-таки левые идеи, да? Хотя Навальный эти вопросы пытается, что называется, монополизировать, все равно есть многие, кто не совсем поддерживает эту позицию и смотрит больше, по большей части, потому что у них нет альтернатив. Ну ты мне так скажи, у тебя есть какое-то представление, как нам развить вот именно информационную часть? То, что мы будем снимать? Или вообще нет, в целом? Нет, я имею в виду в целом по стране. Ну, у Навального есть штабы, которые даже что-то снимают. Его штабы, на самом-то деле, к его информационной работе, по большому счету, отношения не имеют. Это понятно, но... То есть есть две позиции. Первая позиция его как политика, который претендует на руководство страной, где участвуют штабы, митинги и все остальное. А есть второе поле, независимая информационная работа, где у него есть свой контент-план, где есть своя аудитория, свои, значит, принципиальные моменты. То есть они... Чтобы вы понимали обстановку, никто не знал, будут дебаты, не будут дебаты. Большинство, конечно, думали, что все состоится, все ждали Метельского, и как только из-за поворота появлялись какие-то люди, все думали, кто же это? Поэтому, да, он круто делает. Что-то сейчас там идет, интересно. Нет, вроде бы это не наши клиенты или наши. Да, нет, слушай, с камерами. Камеры. Ух ты ж, ёх ты ж.
Может, это левый ТВ какой-то? Друзья, встретился с Павлом, автором YouTube-канала «Аудиостатьи». Очень хороший канал, всем рекомендую. Вообще, мы пришли сегодня на встречу поддержать Сергея Севастьянова. Это наш кандидат, один из кандидатов в Московскую городскую думу. Смотрите, сколько народу пришло против Митийского, жулика и негодяя. Вот ты молодец, что можешь короткими такими раз выдавать и все. Ну, это не всегда получается, честно. Вы-то хоть поздоровались? Да, конечно, мы поздоровались. Давай еще раз. Ну, история обещает быть интересной. Сегодня на 3 часа назначены дебаты с Андреем Метельским. Буквально несколько часов назад в социальных сетях он запустил сообщение о том, что кандидаты другие, как я считаю, технические, отказались, прислали ему официальное заявление, что они отказываются от участия в дебатах. Дальше он написал, что все это из-за того, что Севастьянов направил в избирательную комиссию жалобу. Жалоба действительно была только на то, что Андрей Николаевич односторонне установил регламент наших дебатов и предписал всем говорить только по одной теме. И если ты уходишь в сторону, он тебя удаляет с дебатов. Давай вот это снимем и вставим фильм вообще. Сейчас вот это все придется повторить, это хорошо. Здрасте, здрасте. Вижу, смотрю. Спасибо. Вчера посмотрел, буду посмотрю, обязательно. Я всем говорю, что благодаря такой поддержке меня не посадили до сих пор. Потому сколько у них потоков было. Насколько нам разведка доносит, каждый раз прилетает с Москвы за трещиной и говорит, вы прекратите раздувать из него еще большего мученика. Ведь люди же говорят, еще активнее начинают ему помогать. Конечно, логика такая. Да, и они пока не решаются со мной ничего сделать, но насколько нам идут, значит, сигналы, очень есть большое желание. Поэтому ждут, пока все утихомирится, все надоест, тогда разберутся. Ну, а вы знаете, а мне кажется, никогда не надоест. Вот все то, что идет, оно... Очень на это надеюсь. И это, кстати, оказался канал «Навальный Лайв». Как-то я журналистов не признал, по-моему, они даже слегка расстроились. И в этот момент я решил, что пора проведать, посмотреть, а что там наверху происходит, готовят ли там вообще помещение, можно ли туда уже заходить, потому что времени до 3 часов, когда начинаются дебаты, было уже совсем немного. А когда можно будет на дебаты заходить? Дебаты уже отменили. Как отменили? А вы что, не в курсе? Кто написал какую-то жалобу, и мне сказали забрать аппаратуру, убрать зал. А кто сказал? Мою жалобу не сказал. Я прошу прощения, что, может быть, врываюсь, а вы, кто у вас руководство? Мое руководство, что было про свой бизнес рассказывать. Не, ну, я думал, это в ГБУ жилищник проводится, поэтому... Ну да, мы помогали организовать мероприятие, мы поставили аппарат. Угу. Очень интересно, не правда ли? Мое руководство сказало, а что за руководство? Так это не буду ж я вам бизнес раскрывать. То есть это какое-то бизнес-руководство. Очень интересно, а это что было, бизнес-встреча? Конечно же, это люди Метельского. Дорогие друзья, только что было объявлено, что дебаты отменены, аппаратура собрана, кабинет закрывается, поэтому нас здесь не ждут. Нас здесь не ждут. Да, только что на камеру, увидите потом в интернете, что они сказали. Руководящие там процессом в зале объявили, что нас здесь не ждут, выборы отменены. Выборы отменены, какое-то начальство позвонило и сказало, что сегодня ничего не будет, никого пускать не надо. А можно узнать? А дебаты отменены, дебаты. Нет, кто? Я канал «Аудиостатьи». Вы сейчас озвучиваете что? Я озвучиваю то, что мне передали в зале. Можете подняться сами, передать. Потому что здесь официальное, вот это опубликованное решение на сайте Московской городской избирательной комиссии о том, что сейчас в этом помещении по жеребьевке проводится встреча избирателей. Точнее, кандидата с избирателем, согласно жеребьевке, это время северное, вот у нас Измайлово, Щелковское шоссе, 48, корпус 2, ГБУ жилищник, время за Метельским, это время Метельского, то есть это не значит, что избиратели не имеют права сейчас попасть в это помещение на встречу с
кандидатом. Это официальное решение. Нет, еще раз, это официальное решение. То есть, если сейчас начнется недопуск избирателей, пришедших, допустим, на. А что они там будут делать? Кандидат, это не важно, не сам факт. Кандидат нет, не если придет. Кандидат не придет, это его дело, его время, его, как говорится, дело. Но мы говорим о том, что это помещение было официально разыграно, информация вся эта на сайте Летника избиркома опубликована. Поэтому то, что давайте там хотели делать. Я считаю, давайте что избиратели да, имеют заходите. Полное право. Пойдемте, нет, по крайней мере, зайти в помещение. Это не. Заходите, заходите. Погнали. Давай, давай, давай. Давай. В общем, гражданин начал чрезмерно нервничать и поторапливать своих молодцев, чтобы они освободили помещение. Какая информация? Там состоялся право копить проблемы. Вы уже убрали? А вы спросили вот там своего помощника полицейского или может? Это сотрудник данного учреждения. Мы, конечно, по данной организации мы занимаемся 25 шагов, там всякие данные. В общем, короче, выборы в Москве, я выбираю 8 сентября, мы говорим для жизни. Хорошо. Давайте, значит, расставим стульчики и посидим. Посидим. Может, это сидит, но... Нет, ну, замечательно, мы увидим, что кандидат, за которым это помещение разыграно, было официально на жеребьевке, сейчас, по сути, не пришел к избирателям, поэтому это проблема кандидата, наверное. Убирать помещение, забирать аппаратуру, садите. А про дебат вам ничего не сказали. Я, честно говоря, слово дебат я слышал, что они вроде бы... Может, они не знают, что вы не знаете, как помещение не подготовлено? Нет, оно было подготовлено, мы уже все собрали. Дело в том, что... Как, насколько я понял, мне сказали, встречу отменили, потому что кто-то написал какую-то жалобу и при этом... А кто вам сказал? Это мой муж. Все, мальчики, давайте, давайте, собираемся. Августа 2019 года. Как мы видим, Метельского Андрея Николаевича здесь нету. Это время положено для его встречи с избирателями, которую он объявил в качестве дебатов, отказавшись от явки 22 августа, когда я его вызвал, пригласил нас на 30. Ограничил предмет дебатов только реновации. Мы товарищи, не господа. На что я обратился в избирательную комиссию с жалобой призвать Андрея Николаевича к порядку, что дебаты должны проводиться по всему комплексу избирательных программ, по всему комплексу вопросов избирателей, которые они желают задать кандидату. И попросил разобраться, уполномочен ли заместитель председателя Мосгордумы Метельский в одностороннем порядке навязывать правила ведения политических дебатов всем конкурентам и своим избирателям. Ограничивать вопросы про коррупцию, про долги его семьи, про бизнес-конфликты, про расследование Навального, в котором дается развернутая информация о его участии в бизнесе. То есть мы ждали, что он придет и опровергнет здесь публично, глядя в глаза людям. Ну, мы этого не увидели. Что ж, впоследствии Андрей Николаевич запустил сообщение, что двое других кандидатов, депутаты, отказались от участия, прислали ему письменное заявление. Ну, я не отказывался от дебатов, письменных заявлений ни о согласии, ни об отказе ему не направлял, поскольку считаю, что Андрей Николаевич не уполномочен определять взаимоотношения со всеми другими кандидатами, не уполномочен ограничивать наши разговоры с ними. Ну, раз такая ситуация сложилась, и вот люди собирают стулья... Сергей, Сахарин не участвовал в дебатах, Путин не участвовал в дебатах, Метельский не участвовал в дебатах. Все это одна цепочка, которая показывает реальное отношение к избирателям, к людям. Сергей, как вы оцениваете поступок Метельского? Трусость или страх, или жульничество? Что это такое было? Вы знаете, я, наверное, не хотел бы навешивать ярлыков
это Андрей Николаевич любит сравнивать себя с оппозицией, как лев и мышь. Ну вот сейчас мы все с вами здесь, понимаете, мыши, получается, решили дать бой льву, лев не явился, значит, на ринг. Ну и мышей не так и мало. Просто нечестная игра. Получается, что избирательная кампания идет не на равных основаниях. На мой взгляд, он решил, как и всегда делают единороссы, уклониться от ведения честной политической дискуссии со всеми аргументами, глядя в глаза друг другу. Ну что ж, со своей стороны, я считаю, что его припнуть практически не в чем. 20 лет его работы депутатом от этого избирательного округа хорошо показали. И его все достижения, и метро Гальянова, которого нет, и бесплатную доступную медицину и обеспечение лекарствами всех инвалидов, за которыми они бегают по 8 месяцев. Ну, в общем-то, результат, как говорят, на лице или на лицо. А каких-то личностных оценок ему мне давать совершенно. Да здравствует победитель, да здравствует Севастьянов. Голосуем за Севастьянов. Уметесь на базу. Второй раз мы хотели тоже его поспрашивать про наше новое расследование, про его незаконный бизнес, про то, на каком уровне он предпочитает в своем мотосалоне устанавливать писсуар, но он не пришел и не захотел отвечать на такие вопросы. Испугался? Ну да, скорее всего.